Отмансился, конечно, хорошо. Реха хорошая в этом рейде. Мне тоже спасло. Обычно реха дерьма полная. Типа, ты уходишь в линию огня, но все равно урон прилетает. Тихо-тихо, работаем жестко, прытко, дерзко, четко. Вдруг он где-то здесь, дядя, аккуратно. Аккуратно. Я работаю как лев. Я затаившийся дракон. Меня никто никогда не увидит. Потому что я топ-1 в Таркове. Ребят, всего-навсего 46-й. Да, видите, у них обоих под рабашу. Да вы ебанулись! Пошли нахуй! Пиздец! Я вообще хуй знает где сижу. Так, а на чё он попал там? На минус ву... Чё-то вообще рейд странный. Нет, уж я себе предмет инвентарь. Парни, тут наши... Ебать, ты чё делал? Его надо ёбнуть, он прям... Стоит прямо вот здесь в упоре. Ого, ебать, серьезно что ли, дядька? Так, пацаны, он бабок стоит? Утаскивать или что? 2 ляма? Сучата! Папа на смене! Патронов нет, нихуя! Какой же конченый рейд! Сука! Все, я еще и забаговался, да? Не, не забаговался. Ой! А чё я умер, я не понял. Ну реально, ведь хп много было довольно в груди. Но там 20 хп было, когда я тап нажал. Чё я умер только ж? Каковая, блядь. Как-то непонятно начал вздыхать. Не, типа, ну, где-то я же нажал таб, где-то 20 хп было груди и башки там около 10. Типа, я бы никак так быстро бы не умер, не? Походу, разрабы что-то поправили. То есть там реально один МС отлик 100%. То есть там наебалово по нему нету. Я инжектор не взял. В принципе, функции все в порядке там. Настройки все нужные есть. Но это старый моник. Он какого года? 15-го. A coincidence, Varys. Are you ordering food every day? No. Направо. Так я нормально бегу. Может быть, не по кратчайшему, но я примерно понимаю, куда мне. Капец тебе, служивый! Сейчас провалит мне кабину через окно. Санитар, my boy. Are you here, waiting for me?
Капец тебе, служивый! That doesn't look like sanitar. Чел вот зажужжал с другой стороны. That's it? Full camper mode? Твоя регистрация-то самая слабая. Блядь! Самое слабое звено таркого. А чел не Алёша. А это был чел в позиции. Здесь кого-то ёбнули, видите? Wait, he's a, what? How did he get inside? Footsteps, hello? Amazing game, love it. Блять, попадает хорошо. Паскуда! This is like non-existent. Гандоны бути! I don't know. I hate him so much, but he's not dead. Like, all right, chat. Thank you so much for choosing Ash-12. I appreciate your choice, chat. Паскуда! Подожди, это он? Ебать, я вот тут услышал, как он по лестнице забежал на лестнице. Я не слышал звук, как он забежал по лестнице. О, здорово. Аксель, прикольно. Раньше мы с ним на лабе постоянно виделись, когда я там задротил. Какой он там уровень уже напал? 57-й. На 2 уровня больше, чем у меня у него. Но он хорошо сыграл. У него была эшка в упоре. Типа, очень опасная тема для меня. Типа, на дистанции трудно было меня убрать, но он в упор ко мне подошел. То есть мог покарать меня. Ой, не, охуенный рассинхрон. Тема делает эту игру еще более пассивной. Почему? Потому что в начале рейда люди бегут на ключевые точки карты для того, чтобы залутать самый ценный лут. И там происходит стрельба, перестрелки, экшен, мясо. Кто за ш... Пучевал. Пиздец, не хватает мне патронов, просто пиздец, никак. Я не знаю, как я эту хуйню пережил, но я смог. Войку, спасибо. За 100 рублей. За сотки рублей. Скажи, Войка, ты наш чемпион. Войка, ты наш чемпион. Войка? Почему Войка? Лучше было бы Фуйка. Чуйка. Ну, рифма так больше лучше. Ладно, Паша, блин, да ты задолбал. Паш, ты же шарик. А че ты в дом собираешься? Паш, мне кажется, у нас шарохороз. Потому что она только что здесь ползал.